Всем здорова, ребят, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Ливерпуль. В прошлой серии мы смогли выиграть в финале Карабао Кап, подняли над головами футболистов первый кубок в этом сезоне. И сегодня у нас матч против Вест Хэма, а также матч против Манчестер Сити. Это будет интересная встреча, как мы видим дальше у нас ответная встреча против Лейпцига, Уотфорд, там два матча за сборную, ну а потом Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас. В общем, следующие серии будут также весьма интересные. Поддержите видос лайком, давайте наберем 700 лайков для следующей серии. Чем быстрее набираются лайки, тем быстрее выходит новая серия. Ну и усаживайтесь поудобнее, ребят, давайте посмотрим, какой состав сегодня выйдет на игру. И, собственно, будем отправляться. Дадим сегодня Мане немножко отдохнуть. Как мы видим, у нас и Шакири немного подустал. Так, Клайн можно вместо Арнольда выпустить. Также, что у нас еще? Давайте Эмра Мора выпустим вместо Садио Мане. Вместо Милинковича Савича можно Милнера выпустить. И, собственно, я думаю, на этом пока все. Если что, там Вейналду может выйти на замену. И Матип у нас по-прежнему еще на травме. В общем, вот такой вот состав отправляется на игру. И погнали. Мохамед Салах стал лучшим футболистом месяца. Он сейчас идет на первом месте, весьма с хорошим отрывом в бомбардирской гонке. На втором месте, если я не ошибаюсь, Роберт Фермино. И разница у них, по-моему, в 5 мячей. У Салаха 18, у Фермино 13. Ну, может быть, я, конечно, немножко и ошибаюсь, но после матча можно будет посмотреть на гонку бомбардиров. Ну а сейчас у нас в гостях Вест Хэм Юнайтед. Фикир с мячом. И с левой. Бьет поворотом, но голкипер Вест Хэма все контролировал. Аккуратный заброс на Салаха. Салах с мячом. И удар с левой. Блокируют защитники. Ну неплохо, неплохо подходим к воротам соперника. Довольно активен с первых минут Мохамед Салах. Отлично. Роберто Фермино. И снова на сей раз уже вратарь. Робертсон, дальний удар по воротам, прямо в руки голкипера Вест Хэма. Удар по воротам, ну и вот опасный ответ. Пошла подача, продавили здесь Клайна, но подстраховал Донарума. Опасная передача, удар по воротам и 1-0. Вот так вот Жао Марио под занавес первого тайма, находясь на грани офсайда, выскакивает из-за спины нашего защитника и пробивает Донаруму в дальний угол. Если честно, я думал, что Робертсон успеет, но первым на мяче оказался Жао Марио, и мы уже в роли догоняющих. Удар по воротам от Фикира, и вот снова, казалось бы, неплохой удар. Но голкипер спокойненько забирает мяч в руки. У нас начинается второй тайм матча Ливерпуль-Вест Хэм Юнайтед. И пока 1-0 в пользу гостей. И здесь было какое-то микронарушение. Фермино! Салах! Не без доли везения, но Мохамед Салах забивает. 1-1. Решил взять на себя игру Фермино. Пробил рикошет в нашу пользу и первый на мяче Мо Салах. 19-й гол и 1-1 в этой встрече. Ну вот, может быть, стоило как-то так вот, знаете, неподготовленно пробить. И вынудили защитника кинуться под этот мяч. В итоге ошибка и еще один удар здесь по воротам. Еще одна подача на дальнюю. Очень опасный удар от Антонио. Салах с мячом. Ну же, Салах! Не попадает Салах. Будет угловой. Первый успел защитник и вратарь. И вот сейчас можно на Савича подавать. Отбились. Эмра Мор. Еще одна подача. Милинкович Савич. И в дальний. И попадает Савич. Сыграла замена. 2-1, Милинкович Савич. Классно. Под самую штангу.
И вот здесь он смутил защитника. Ложный замах, свободная зона, удар. И немного прыгнул мяч перед голкипером, занырнул под него и опустился под дальнюю штангу. 2-1. Ну, на характере пока выигрываем. Здорово, Милинкович-Савич, свободная зона, удар Савича. Заблокировали. Мо-Салах элегантно принимает мяч. Фабиньо! И снова мяч в руках голкипера. И быстро уже Вест Хэм не сдерживается. Они несутся в контратаку. Вирджин Ван Дейк должен встретить. Подача. И Робертсон успевает. У нас Хендерсон выйдет вместо Кристенсена, поскольку тот уже очень сильно устал, а защитников у нас просто нет. Пошла подача. Опасно. Донарума. Последние минуты. 3 минуты добавил арбитр. Подача. Донарума на опережении. И все, ребят. Тяжелая победа против West Ham United. 2-1. И давайте отправляться на матч против Манчестер Сити. Тяжело, ребята, нам придется играть против Манчестер Сити, поскольку очень сильно устали у нас защитники. Я думаю, мы сейчас даже перестроимся. Давайте посмотрим руководство командой. Милинкович-Савич, пускай у нас будет на замене. Хендерсон выйдет. Так, понятное дело, Салах сюда. Мане, так, Фабиньо, Фикир. Ну, вот, в принципе, вот как-то так, ребят. А там, если что, будем перестраиваться. И если что, будем уже... Давайте вот так вот. Кейта выйдет вместо Фикира. Молодого какого-нибудь защитника вместо, скажем, Эмре Мора. Если что, в крайнем случае выпустим его. Ливерпуль-Манчестер-Сити. Очень яркая вывеска перед этим матчем. Невероятный ажиотаж. Кто же сможет победить? В принципе, для нас этот матч не столь важен, как для Манчестер-Сити, которым нужны очки. Но это принципиальная встреча с сильной командой. Ну и Эриксон перешел как раз-таки в Манчестер-Сити. Посмотрим, на что он способен. Давайте поиграем, я думаю, на контратаке. Будем подлавливать соперника. Фабиньо с мячом. Роберто Фермино. Удар по воротам. Заблокировали. Гюндоган. Держать. Де Брюйне. Но это же нарушение было. А вот сейчас здорово. Садио Мане. Открылся Манчестер Сити. Мане не успел сделать передачу. Еще не вошел в игру. А вот сейчас опасно. Сане. И Донарума. Чуть-чуть вышел, смутил Сане. Снова Фермино. Мохамед Салах с левой. Неплохо. Жезус. Опасная передача. И Робертсон успевает выбить мяч из-под ноги. Заряжен Манчестер Сити на победу в этой встрече. У наших ребят чувствуется усталость. Но мы не сдаемся. Салах, отлично. Фермино. И мяч залетает в ворота Роберто Фермино. Не без доли везения, не без ошибки голкипера. Но 1-0. Четырнадцатый мяч Роберто Фермино. Он в погоне за Мо Салахом. Салах. Фабиньо. Удар по воротам. Это было опасно. Жезус. Опасно. Донарума. 1-1. Не спас здесь Донарума. Но Манчестер Сити заслужил гол. Они отличные атаки сегодня проводят. Но, как мы видим, у нас защита уже очень устала. Уже и Робертсон. И Кристенсен. Ну, здесь, конечно, просто провалились и оставили одного совершенно. Сане. 1-1. Кейта. Салах, Кейта. Хендерсон. Здорово. Оставили Фермино. И вынимай. Роберто Фермино. 2-1 и дубль.
Но здесь Манчестер Сити как-то растерялся. Кейта, Хендерсон, и вот здесь пытались они сделать искусственный офсайд, а в итоге Роберто Фирмино остался один перед голкипером и забивает второй. Сане бьет по воротам. Выше. Хендерсон. Нет, не добрался до мяча, и первый тайм закончен. Для того, чтобы сохранить какие-то силы на второй тайм, я решил перестроиться на три центральных защитника, и один из них будет Хендерсон, а также вышел наш молодой парень из резерва. В центре у нас остался Кейта, и пришел к нему в пару Вейналдум. Фабиньо. Садио Мане. Хороший удар по воротам. Нет, прошу прощения, у нас Кейта перешел на правый фланг атаки вместо Салаха. А в центре остался Фабиньо и вышел Вейналдум. А сейчас здорово, Мане. Прострел. Ну, третий. Невероятный, невероятный сейф Эдерсона. Кевин Де Брюйне покидает поле. И выходит Силва. Здорово, Мане, удар в дальний. И 3-1. Садио Мане. Ну вот, поймали. Поймали Ман Сити на быстром пасе. И вот здесь здорово Вейналдум увидел забегание Мане. И тот пробивает в дальний. И смотрите-ка. У нас очень хорошо действует атака, даже вне зависимости от того, что мы ее меняем. И Садио Мане делает счет 3-1. Ну вот раскрывается Манчестер Сити. Мы подлавливаем за счет скорости и быстрых передач. Как раз на это и был у нас расчет на контратаку. Скидка под удар. Донарума. И вот сейчас можно контратаку организовать. Кейта. Садио Мане. Робертсон. И удар в дальний от Робертсона, и не попадает. Гюндоган. И Габриэль Жезус забивает. 3-2. Ну вот пришла. Пришла передача с фланга Милнера. Немножко он убежал в атаку. Но сложно в такую игру войти сходу даже на 10 минут. Роберто Фирмино. Здорово. Вейналдум. Кейта. Удар в дальний. 4-2. Кейта. Ну вот ушел. Ман-Сити в атаку. И мы их снова подловили. Классная передача. Фирмино. Вейналдум увидел. Кейта, и тот очень хорошим ударом посылает мяч в дальний угол. Трибуны запели как никогда сильно и громко. Ну а Кейта, смотрите, у нас снова забивает после травмы. Помнится мне, после травмы Фигир начал забивать в каждой серии. Но вот сейчас Кейта. И все. Тяжелый матч. Тяжелая победа. 6 мячей забили команды в этом матче. Мы победили 4-2. Рукопожатие тренеров. Жду от вас, ребята, в поддержку. Побольше лайков, побольше комментариев. Ну и увидимся. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.